Lenovo A328 – смартфон бюджетного уровня с неплохими для своего сегмента техническими характеристиками. В плане дизайна модель демонстрирует сдержанность. Ее корпус выполнен из глянцевого поликарбоната, а аппаратные клавиши расположены на своих привычных местах. Смартфон оснащается TN-матрицей с диагональю 4,5 дюйма и разрешением 854 на 480 точек. Аппаратная база построена на 4-ядерном процессоре, видеоядре Mali 400MP и гигабайте АЗУ. В устройстве два фотомодуля, основной со светодиодной вспышкой на 5 мегапикселей и фронтальный на 2. Для нужд владельца отведено около 1,5 гигабайт внутреннего хранилища из 4. Также реализована возможность установки двух стандартных сим-карт и расширения памяти картами microSD. Конкурентоспособность Lenovo A328 обеспечивается доступностью, актуальным оснащением и поддержкой двух сим-карт –